Йона, ты находишься на пленарном заседании международной конференции «Голод в Бессарабии 46-47 годов». Мы только что прослушали доклад, и, в общем-то, все участники могут познакомиться с репродукциями твоей выставки «Голод». Спасибо, что нашла возможность дождаться и выйти, чтобы тебя видели все наши студенты, преподаватели, и, которые гордятся такой выпускницей. Добрый день всем, уважаемый ректор, организаторы конференции, гости. Благодарю, что откликнули на предложение фонда изобразительного синтеза сделать видеоконферентную связь со мной, чтобы почувствовать присутствие самого художника. Данный проект, который вы уже знакомы, был создан мной, когда мне было 23 года. Вот спустя 7 лет я снова нахожусь с вами и с большим интересом буду следить доклады и вашу позицию по теме голода в Бессарабии 1946-47 годов. Осознавая историческую важность данной конференции, проект «Голод» представлен куратором Йон Костояновым, который является и председателем данной фондации изобразительного синтеза. Концепция фонда представляет проекты, делающие синтез между наукой и искусством. Искусство, которое провоцирует научную мысль. Мое послание в проекте «Голод» – пусть страдания людей послужат для объединения, а не для вражды. Так как организованный голод был оружием управляющей системой.